Масштабный антиалкогольный рейд провела экономическая полиция в центре Петербурга на улице Жуковского и Некрасова. Поводом стало уголовное дело, возбужденное по факту незаконной продажи горячительного в одном из баров. Стражи порядка нагрянули в разгар веселья, когда в заведении было полно людей, спиртное лилось рекой. 92 литра якобы элитных напитков оказалось контрафактом, то, что в простонародье называют паленкой. Кроме того, среди персонала были нелегальные мигранты. У вас здесь вот миграционный учет просрочен. 7 августа у вас последний день был миграционного учета. Всего же в ходе рейда из незаконного оборота было изъято 272 литра алкоголя, в том числе и акцизного. 4 бара, как выяснилось, работали без лицензии. Их закрыли. 7 иностранцев, скорее всего, ждет депортация. А предпринимателей суд, штраф или тюремный срок.